К теме пандемии. 139 новых случаев заболевания COVID-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 8 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске плюс 50, в Печенском округе плюс 21 и Мочегорске плюс 18. Чтобы защититься от неприятного заболевания, эксперты рекомендуют пройти вакцинацию. Причем не только от коронавируса, но и от гриппа. Врачи сообщают об угрозе появления микс-инфекций двух заболеваний, которые выльются в сильную нагрузку на человеческий организм. Об этом агентству РИА Новости сообщил врач-инфекционист Андрей Поздняков. Он объяснил, вирусы гриппа и COVID-19 размножаются во внутренней оболочке сосудов, которую они повреждают, после чего разносятся с кровотоком по органам, порождая все клетки. Сложно представить, что будет с организмом, зараженным одновременно двумя вирусами, насколько тяжелым будет поражение основных систем и каковы будут последствия. В любом случае сосудистая система пострадает сильно, сообщил инфекционист. Поздняков уточнил, что вакцины от определенной инфекции обеспечивают защиту от конкретных микроорганизмов, против которых препарат разработан. Следовательно, вакцина от коронавируса не защитит от гриппа и наоборот. Прежде всего, вакцинироваться от гриппа рекомендуется детям, людям более старшего возраста, а также пациентам с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой, эндокринной или нервной системы.